Out the Mist. Это вообще-то что-то с чем-то. Примите вызов и овладей уникальной схемой управления в этой платформенной игре, управляя окружением и преодолея сложные, но атмосферные уровни. Это довольно странная игра. Наша задача путем изменения некоторых поверхностей докатить шарик, ну или мячик до определенного места. Мы можем поднимать только каменную почву, которая такая шестиугольная. Землю обычную с травой зеленой мы не можем поднять. Кстати говоря, можем даже подкинуть мячик путем резкого поднятия каменной почвы. И смотрим, чтобы мячик не упал в пропасть. Я, если честно, не знаю, в чем смысл данной игры, облаивать ее не буду. Может, кому и понравится такое. Я подобных игр еще не встречал, так что в ступоре немного. Попробуйте, может, вам она, не знаю, понравится чем-то, зацепит.